Так звучит самая большая страна. Севастополь. Холмы, покрытые маками, как песни пели про солдат и все эти маки. Такое патриотическое чувство. Красота, юг, море, солнце. Такие очень приятные воспоминания. Вам на «Л». Ленец-Кузнецкий. Город в Кемеровской области. Там добывают уголь. И там родилась моя теща. И Иваново. Ну, город невест, это все знают. Довольная? Это Новосибирская область. И название говорит само за себя. Уверена, что оно задает настроение для жителей этого города. Вам на «Е». Город Елец. Ну, немного я в этом городе знаю, потому что, наверное, маленький и малоизвестный. И единственное, наверное, упоминание о нем я только видел на монетке. «Ц». Циолковский. Здесь располагается первый гражданский космодром России Восточный. Интересно было бы там побывать. Уфа. Республика Башкортостан. Очень красивый город. Я думаю, стоит его посетить, я там не была. Вам на «А». Абрау-Дюрсо. Замечательное место. А еще я знаю, что там бывают чудесные научные конференции. О, Оренбург. Старинный город, по-моему, основан в 18 веке. Я там не была, но наслышана об оренбургских пуховых платках. Продолжайте с нами. Мы – часть большой страны. 12 июня. День России.